Нарасимха имеет возможность сжигания негативной кармы. Мы сейчас будем приветствовать Нарасимху. Видите его как следует, сидящим на золотом троне. Я буду делать начитку. У Нарасимхи четыре руки, нежное божественное тело. Он украшен витыми золотыми серьгами, сварна кундала. На груди его очаровательная гирлянда из лотосов. На его плечах блистают украшения кейура из драгоценных камней. О, Нарасимха, гроза, что устраняет злых духов, дарует победу и процветание. Обратитесь к нему со своей просьбой. Просьба должна быть связана с тем, чтобы уничтожить с вашего пути каких-либо врагов и даровать вам в чем-либо процветание, чтобы что-то у вас хорошо получилось. Благослови нас, а мы, внимающие благословению твоему, принимаем благословение. Сейчас ручки делаем вот так. Возьмите это благословение как некий образ или ощущение.